Всем привет, с вами Крейзи. И сегодня я позвал друзей из клуба, а также некоторых людей Дискорда Райана, чтобы поиграть в один прикольный режим, такой как «Царь горы». Если вы не знаете, такая игра есть в реальной жизни. И там действительно гора, я бы сказал, сугроб. И кто последний останется на верхушке этого сугроба, тот выигрывает. Brawl Stars не представляется возможности сделать то же самое, поэтому у меня будет 4 квадратика. Начинаем мы с самым первым, в центре. Если человек вдруг каким-то образом остается там, у него 3 балла. Если его перекинут во второй, и он сможет до конца раунда остаться во втором, то у него 2 балла. Ну, с третьим точно так же, 1 балл. А если вдруг вообще человек выкинут за пределы всех квадратиков, то это, конечно же, 0. Посмотрим, кто будет самым скилловым в этом режиме. Или же самым везучим. Тут как повезет. Ну, давайте приступим. Посмотрим, что из этого получится. Должно быть интересно. Мы уже загружаемся в самую первую игру. Повезло тем, кто появился на центре. Кстати, что вы делаете? Заново? Ну ладно, я это вырежу на монтаже. В этот раз мы собрались каким-то образом все в кругу. Смайлик, начинаем. Блин, меня выкинули сразу. Так, сейчас какую-нибудь подлянку сделаю. Выкидываю вот этого. Полетел третий, вот. О, меня кто-то пытался подставить только что. А, меня выкинули, да. Ну, бота тогда выкинем дальше. Не благодарим. Так ощущение, что он хочет меня выкинуть. Смотрите, как он ходит за мной. Ой, ну Регла, я тебя отомщу потом. Я тебя отомщу. Ну ладно, 0, не так уж и плохо. Это почти 1. А 1 почти 2. А где 2, там и 3. Так что, это временно. Че, сейчас подождем, пока все гаджеты закончатся. Его закинули. Бота просто так тут закинул на второй этаж. Ну капец. Я считаю, это несправедливо. Может, этот на трамплине туда? И сразу 3 балла на изи. Ну, я думаю, все, можно заканчивать. Вряд ли у кого-то еще остались гаджеты. Ну ладно, подождем чуть-чуть. Вроде как что-то еще есть у кого-то. Да нет, нет, все уже точно. Нет ни у кого. Давайте заканчивать. В конце каждого раунда я буду показывать итог по баллам. А потом уже в итоге посмотрим, у кого больше. У кого больше всех, кто-то победил. Давайте к следующему раунду. На самом деле, эта игра уже, наверное, 5-я или около того. Просто постоянно кто-то где-то косячил. Я, наверное, нарезочку в конце сделаю косяков. Ну вот снова, вот зачем? Вот зачем? У нас на очереди, наверное, миллионная попытка. Давайте попробуем не слить. Так, что это, снеговичок? О, я в центре еще. Ого. Кто бьет? Давайте всех выкинуть и остаться одному. О, кстати, я иду очень даже хорошо. Может, это Реглу поставить? Полетел. Надеюсь, он не обидится. А то он меня уже выкидывал как-то. Он специально, он сейчас меня выкинет. Смотрите, он ходит за мной. А, ну спасибо. Спасибо. Понял, принял, обработал. Сейчас меня выкинут. А, ну понимаю, да. Справедливо, однако, почему нет? Нет, ну я абсолютно не знаю, что делать. Идет вторая игра. У меня ровно 0 очков. Как мне победить? Не имею ни малейшего понятия. Давайте побегаем вдоль стенки. Мало ли, вдруг какие добрые люди закинут меня. Ананас, давай. Ананас, ну кинь меня. Тебе что, жалко ананас? Давай. О, спасибо, спасибо. Все, ну хоть один. Третий бот, не смей меня выкинуть еще раз. Или он меня не выкидывал, я что-то не помню. Но я думаю, он тоже хочет меня выкинуть. Потому что я его как-то уже подставлял. Он из меня улетел. Его потом вернули зачем-то. И у него 2 балла. Круто, круто. Кстати, какие-то добрые люди всех закидывают обратно. Повезло. Ну, наверное, сейчас заканчивать будем. Вряд ли уже у кого-то осталось много гаджетов. Думаю, все, погнали дальше. Возможно, вы в это не поверите. Но все идет к тому, что мы начали второй раунд подряд без косяков. Как так? Это вообще возможно такое? И, кстати, я хорошо стою на втором уровне. Надеюсь, меня никто не выкинет. Пожалуйста. Так, ну вроде пока все хорошо. Осталось трое. Зря я это сделал, да? Пытался бота выкинуть. Почему-то мне кажется, что сейчас меня выкинут. А, ну вот уже. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, будем опять вдоль стенки ходить. Надеюсь, меня кто-нибудь закинет. Слушай, а кинь меня, кинь. Иди сюда. Давай, кинь меня, я там выкину кого-нибудь. У меня гаджет как раз есть, закинь меня, давай. Ну, кинь меня, ну давай. Ну, блин. Ну давай, давай, закинь меня. О, красава, красава, залетаю. И бум, просто. Что за тактический ход? Что за тактика, просто. Вот это я затащил. Ну, точнее, мы вдвоем. Просто затащили на изи. Чувака закинули тоже. Все получается, все близится к концу. Думаю, это уже конец раунда, вряд ли что-то будет интересное. Но вполне себе интересный получился, хороший раунд.
Это мои первые 2 балла. Самое интересное, что я иду с конца. Сначала было 0, потом 1 и сейчас 2 балла. Следующий должен быть 3. Если так получится, будет забавно, конечно. Ну ладно, давайте заканчивать. Ну и все, скорее всего, последняя игра. Даю начало. Так, я стою. Блин, я хотел... спасибо. Я хотел спрятаться, короче, под кого-нибудь, чтобы меня не выкинуло. Но не получилось, к сожалению. Я, получается, на третьем. Это плюс 1 балл. Это не самая плохая статистика. Я человека скинул. Такой, я не знаю, вдруг он меня тоже хотел выкинуть. Я просто себя спасал, получается. Ну, да. А, его вернули. Он меня хотел выкинуть, вы видели? О, что меня боже закинуло на центр. Повезло, повезло. Все, получается, плюс 3 балла на 1. Здесь ни у кого не осталось гаджетов, меня не выкинут отсюда. Было бы очень круто, если бы 3 балла. И как раз таки лесенка с самого низа до самого верха. А, ну, все, получается, заканчиваем. У меня 3 балла на изи. Если что, я хочу сказать, что это, ну, не постанова. Это так реально получилось. А то, мало ли, вдруг кто подумает что-то. Нет, это действительно случайность. По итогу всех игр вот такие вот результаты у нас вышли. Третий бот занял первое место, набрав целых 7 баллов. Дальше от Каламити Влад 6 баллов. Ну, второе место. С ним делит Борщ тоже 6 баллов, второе место. И я. Тоже второе место. На самом деле тут сильно зарешала последняя игра. Так бы я был где-то ближе к концу, там, ну, где-то пятое место или около того, ну, не знаю, в общем. А тут целое второе место. Ну, действительно круто, да, вышло? Так сказать, из грязи в князи. Ну, почти. Жалко не первое, было бы эффектно. Ну и третье место занимает JS Lagrading. Он у нас единственный на третьем месте. Ну и в конце видео я бы хотел коснуться темы идей для видео. А точнее, нехватки идей для видео. Если вдруг у вас есть какая-то крутая проработанная идея, ну своя желательно, потому что плагиат не очень хорошо, своя, напишите мне ВКонтакте, ну не просто название идеи, а лучше прям расписать там, в чем суть идеи, как это работает, ну и вот так далее. Ну или можно было бы просто написать название идеи и расписать немножко, как вы это видите в игре. Всем, кто напишет какую-нибудь идею, я буду очень благодарен. И скорее всего, если я у кого-то человека буду брать идею, то я с ним как-нибудь свяжусь. Может быть, как-нибудь отблагодарю, там, добавлю в друзья и что-то подобное. Посмотрим, короче. Если вы захотите кинуть мне какую-то идею, то ссылочка на мой ВК есть в описании. Ну а на этом видео подходит к концу. Если вдруг понравилось, может поставить лайк и подписаться на канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.